Чувашском государственном театре оперы и балета завтра стартует фестиваль чувашской музыки. Зрителей ждут спектакли и концерты на родном языке. Организаторы обещают насыщенную культурную программу, раскрывающую традиции, историю и культуру чувашского народа. Со второго по шестое. Со второго у нас опера «Шивармань», написал композитор Федор Васильев. И третьего тоже тот же композитор, борец «Сарбеге». Пятого опера «Нарспи», композитор Григорий Хербю. Завершением праздника чувашской музыки станет торжественный гала-концерт. Он состоится 6 февраля.